у меня дело с Чемагировым, мы знакомы с 1983 года. Он поступил к нам на работу в «Конус», предприятие «Конус», которое занималось вычислительной техникой. Для него это была новая специальность, но человек высокопрофессиональный в науке, физике, он быстро ее освоил, собственно говоря, и влился в коллектив как человек. Своим профессионализмом и человеческим качеством он завоевал хороший авторитет. Вот с 1983 года мы прошли очень большой, кажется, трудный трудовой путь. Много ездили по Советскому Союзу, пускали машины также в Азербайджане, в штабе армии в свое время. Потом наступила перестройка. Наступила перестройка, это тяжелые времена для России. Но Змея Адилович, собственно говоря, не покинул Россию, остался работать вместе с нами. И, ну, я скажу, это один из надежных людей, который помог нам выжить в те трудные времена. Мы начали заниматься бизнесом. Тяжело было, тяжелые времена были. Но, как говорится, совместно можно все сделать, горы перевернуть. На сегодняшний момент Незамя Адилович является директором одного из предприятий нашего холдинга, даже больше того, головного предприятия «Белый холдинг», под которым собраны все остальные. Ну, о его работе я не могу ничего сказать. Не то, что плохого, вообще ничего, потому что этот человек, ну, мягко говоря, идеален в своих профессиональных качествах. Ну, естественно, я еще раз повторяю, человеческий. Спасибо его родным, всем за такого хорошего человека. Спасибо. Незами Адилович достиг достаточно высоких успехов в учебной и научной работе. Он педагог много лет. Еще в те годы, когда закончил университет, он уже преподавал у себя в школе. Затем, переехав в Россию, продолжил это занятие и в настоящее время преподает в одном из ведущих университетов города Тулы. Студенты к нему относятся с большим уважением. Те знания, которые он дает, им ценны. Незами Адилович очень внимательно относится к каждому студенту. И беда студента – его беда. Незнание студента – это его незнание. Именно так он воспринимает. Поэтому у студентов, которые обучаются у Незами Адиловича, все получается. Незами Адилович занимается наукой. У него целый ряд публикаций в различных изданиях. Он участник международных конференций, которые проводятся в различных странах. Принимает очень активное участие в научной жизни города Тулы, в научной жизни России. И не зря три года назад ему было присуждено почетное звание академика Академии наук и технологий. Спасибо вечное тебе. Хорошо. Гордость наша, гордость всей России, всего мира. Взаимно, Незами. Спасибо. Приглашаем вас на международную конференцию, которая состоится в марте. Всегда и ждем от вас новых докладов, выступлений, спасибо. Новых научных спасибо. Результатов. Спасибо, гордость всей России. Владимир Михайлович Панарин. Наш институт готовит кадры по среднепрофессиональным программам, по высшему профессиональному образованию. Реализуем специальности и направления как экономического, так и гуманитарного профиля. И наши выпускники, безусловно, находят свое место в сфере предпринимательства и бизнеса. И данная подготовка наших студентов невозможна без непосредственного участия представителей малого и среднего бизнеса. Одним из таких представителей является наш замечательный друг Магирамов Незами Адилович.
который является не только другом как бы нашего института, но и выступает как преподаватель таких дисциплин, как математика, экономика и ряда других дисциплин экономического и гуманитарного профиля. Сотрудничество с Низами Адиловичем осуществляется на протяжении последних нескольких лет. И, безусловно, его вклад в нашу деятельность, он, в общем-то, огромен, велик. И отзывы студентов о профессионализме Магеррамова Низами Адиловича, безусловно, всегда положительны. Помимо непосредственной деятельности заведующих кафедр, преподавателей, других сотрудников нашего института, мы также пользуемся дружеской поддержкой, скажем так, ученых, не работающих в нашем вузе. Сегодня мы говорили о Низами Адиловиче Магеррамове. Вот это как раз тот человек, который, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает носить значительный вклад в развитие российской и мировой науки в том числе. Примечательно, что познакомились мы с ним на научной конференции в 2008 году в одной из стран Европы, где обсуждали проблемы в том числе высшего образования. И дружба, которая зародилась там, и научное сотрудничество, они продолжаются до сих пор. Низами Адилович является академиком Академии наук и наукоемких технологий, продолжает вести достаточно интересную научную деятельность и является одним из, скажем так, лучших представителей бизнеса Тульской области, с которым мы сотрудничаем именно в научном плане. В рамках научной поддержки молодежи, учащейся, одна из организаций, которую возглавляет Низами Адилович, оказывает материальную поддержку наиболее перспективным студентам, которые имеют значительные успехи в научной сфере и в сфере образования. Поэтому мы считаем это очень важным, продолжение такого сотрудничества, и надеемся на дальнейшие наши совместные успехи. С Низами Адиловичем мы знакомы, наверное, более 10 лет. Когда я работал в администрации Советского района, мы с ним начинали, в принципе, он начинал развитие этого предприятия «Белла Холдинг». И когда ко мне обратились, и он обратился, его, так сказать, руководители обратились по вопросу строительства даже офисного здания по улице Революции, мы вместе выходили на это здание, вместе смотрели планировку, вместе как бы организовывали работу по строительству. Я был председателем государственной комиссии по приемке в эксплуатацию этого здания. Поэтому уже с тех пор у нас начались такие отношения, ну, товарищеские, даже которые переросли в дружеские отношения. И когда у нас случаются какие-то даже семейные какие-то неприятности, мы всегда вместе, мы всегда общаемся, всегда обсуждаем те проблемы, которые существуют. И вот сегодня, работая здесь руководителем территориального управления по центральным районам, мы постоянно вместе. Вы знаете, наверное, нет ни одного праздника, нет ни одного дня рождения, когда бы мы не были рядом. И вот это говорит о чем? О том, что это человек, который, ну, всегда на острие проблемы. И мне приятно с ним общаться, приятно с ним решать вопросы. Вот перед Новым годом я обратился к нему, что нужно было помочь малоимущим по организации подарков детских к новогодней елке. Ну и, конечно, «Белла Холдинг» помог, Низами Адилович, один из организаторов этих всех мероприятий. И наши малоимущие семьи сегодня высказывают слова благодарности всем спонсорам, которые, ну, помогли в этих мероприятиях. Низами Адилович один из них. И вот всегда мы рядом. Я вот считаю, что таких людей должно быть много, потому что это люди, которые отдают всего себя не только тому производству, которое оно есть, а тем жителям, тем людям, которые его окружают. Я думаю, Низами Адилович достоин, ну, наверное, высокой оценки, высоких наград. Спасибо огромное, я рад лично помочь. Да, ну, всегда рядом с тобой, но я всегда рядом, всегда вместе. Приятно, хороший, да. Отличный руководитель, отличный человек. Все, простой народ вас любит и уважает. Спасибо. Это самое главное для руководителя.
даже последние вопросы. Институт нашел меня, с институтом приходит. Ректор института рядом со мной. Поэтому я спасибо. Думаю, Иван, да, спасибо. Да, да. Что за шум? Не заметил. Спасибо. Спасибо. Спасибо.